Одесситы уже вторую неделю продолжают проходить бесплатное тестирование на коронавирус в клинике Одесского мединститута Международного гуманитарного университета и Центре борьбы с эпидемиями, противодействия коронавирусу и защиты от пандемии COVID-19. Провериться экспресс-тестами может любой желающий. К тому же есть возможность получить квалифицированную консультацию врачей, кандидатов и докторов медицинских наук. По инициативе почетного гражданина города Одессы и Одесской области Сергея Кивалова закуплено 10 тысяч сертифицированных экспресс-тестов, которые дают результаты. Результат в течение 15 минут. Тесты были сертифицированы в Германии для всех стран Евросоюза и прошли апробацию, показав свою эффективность в странах Европы и Азии с высоким уровнем заболеваемости. Одесситы делятся. Медклиника предусмотрела все до мелочей. Столпотворения в коридорах нет. Приемы ведутся строго по записи в колл-центре. Зашли на сайт и увидели, буквально там пару минут было это объявление, и мы тут же позвонили. И спасибо большое, мы позвонили, обратились, и нас записали на четверг. И мы очень благодарны. Большое спасибо, что сразу так откликнулись, что сразу предложили сделать анализ. Даже не верится, что вот такое еще может быть. Что такое тяжелое время, и что так быстро откликнулись, и помогает, и делает. Я как раз рядом живу, думаю, пойду и проверюсь, вот, чтобы спокойно себя чувствовать. Ну и проверился. Вот мое заключение. Как Сергей Васильевич сказал, говорит, отрицательное. Слава Богу. Вот мое заключение. Во время тестирования один из одесситов получил позитивный результат. Врачи клиники приняли решение госпитализировать мужчину согласно протоколу, утвержденному Министерством здравоохранения Украины, которому следует и в университетской клинике Международного гуманитарного университета. Карета скорой помощи сопроводила пациента в медицинский дом «Одрекс», где провели ПЦР-тестирование. В настоящее время он находится на самоизоляции. Увидел рекламу на репортере касательно бесплатного тестирования на коронавирус, позвонил на колл-центр. Девочки меня записали в удобное для меня время. Был, к сожалению, положительный результат данного теста. Главное, что врачи работали очень слаженно и профессионально, качественно. Согласно протоколу, они сразу меня госпитализировали в Одрекс, где в дальнейшем мне провели ПЦР-тест. После чего меня просто отправили на самоизоляцию. На данный момент я нахожусь на самоизоляции. Тестирование проходит по строгому регламенту. Одесситы записываются на прием к врачу или на прохождение теста, воспользовавшись услугами колл-центра, который работает на базе юрклиники Одесской юракадемии. Записаться на прохождение теста можно с понедельника по пятницу с 10 до 15.00. Перед тем, как сдать кровь для тест-системы на выявление коронавируса, посетителю клиники меряют температуру бесконтактным термометром, пульс, а также уровень насыщения крови кислородом. Все данные вносятся в специальную программу. Одесситы говорят, в такое сложное время медучреждения города не выдерживают нагрузку, поэтому очень важно, что они могут в любое время обратиться в клинику Международного гуманитарного университета. Я пришел сначала в инфекционную больницу, в приемное отделение. Они мне культурно говорят, у тебя симптомов нету. Ну, в общем, меня культурно так. Наш Минздрав послал на 4 буквы. Говорит, иди к семейному врачу. Я пришел к семейному врачу, она говорит, что ты от меня хочешь? Теста у нас нету, ничего нету. Говорит, я узнал по телевизору, я видел, Сергей Васильевич делал тест. Ну, я решил тоже попробовать. Если все такие люди были хотя бы на Украине, как Сергей Васильевич, было бы лучше жить. Весь медицинский персонал клиники соблюдает строгие правила безопасности. Также у каждого врача есть сменные средства индивидуальной защиты. А при консультировании врачи помогают одесситам справиться и с другими болезнями, не связанными с коронавирусом. Сергей Васильевич построил такую систему, которая позволяет системно подходить не только к техническому тестированию, но и соответствующей консультации врача, тех людей, которые приходят, у которых есть подозрение, что у них могут возникнуть это заболевание. Для этого у нас принимают активное участие врачи нашей университетской клиники, вот, которые дают после проведения тестирования высококвалифицированную консультацию нашим пациентам и параллельно помогают им также решать другие проблемы со здоровьем, которые не связаны с этой болезнью. Все, что делается, делается абсолютно бесплатно. И у нас работает контакт-центр. Все желающие звонят в контакт-центр. У нас формируется электронная очередь таким образом, чтобы у нас не было здесь скученности.
Справиться с пандемией помогают и студенты. К примеру, учащиеся Одесской юракадемии работают в колл-центре, а студенты Международного гуманитарного университета под руководством квалифицированных врачей оказывают помощь посетителям клиники. Кроме того, на базе клиники обустроили отделение интенсивной терапии и изолятор для потенциальных заболевших. В палаты подведены медицинский кислород и устанавливают аппараты искусственной вентиляции легких. Используя возможности телемедицины, врачи могут следить за состоянием больного удаленно. Ну а пока каждый желающий может пройти экспресс-тест и отпустить паническое настроение. Контактные номера для записи вы видите на своих экранах.